Наука. Начались крупные научно-исследовательские работы в акватории кораллового треугольника, одного из районов Мирового океана, омывающего побережье Индонезии, Малайзии, Папуа-Новой Гвинеи, Филиппин, Соломоновых островов и Восточного Тимора. Это крупный район, в котором находится около 75% всех известных науки видов кораллов и более 3000 видов рыб. Отличие нашего метода заключается в том, что в нашем распоряжении имеется фотокамера последнего поколения, фактически самодвижущийся робот, и мы получаем сведения в режиме реального времени. Данные касаются всех факторов существования кораллов, от скорости роста до уровня солености воды. Камера была сконструирована при активном участии самих исследователей. Они внесли очень большой вклад в разработку устройства. Оно может работать автономно, сохраняя всю информацию, и им может управлять аквалангист, который контролирует процесс получения данных. У нас есть все сведения, которые касаются жизнедеятельности фауны и флоры, для которых ареалом стал коралловый треугольник, и эти данные почти всегда носят весьма тревожный характер. Результатами исследования могут пользоваться бесплатно как специалисты, так и экологи, а также все, кого интересует жизнь обитателей морских глубин.